И всем привет, вы на канале Black Rabbit, и сегодня у нас Contraband Police, как всегда. Будем воевать, будем пытаться нормально осматривать, досматривать машины и делать идеалити, вот, чтобы у нас косяков не было. Мы остановились вроде на обычном дне, там ничего у нас не случилось. Это раздел теракт в парламенте, это у нас было, да, то есть без какой-то либо большой новости. Так, освежаем память. 5 Нью-Йорк, регистрационный номер. Одного бампера нету, косяк с описью груза и цвет машины красный. О, погнали. Машина вот красная, кстати. Прикольно будет, если и номер, и машина, и опись груза. Все в одном, короче, будет. Ох, 4410. Привет. Так. Морда лица такая же, да. Так, Заур Демир. М2ЛП, В6J0, все верно. Так, срок действия 14 сентября, 81, нормально. Транзит, это объединенные ралли. Срок действия до октября 81, нормально. Нам год не нужен. Так, единственное, что мы сейчас еще проверим, это по паспорту, что у нас объединенные ралли. Соответствие. Ну и это тоже соответствие, да. Загар 53. Загар 53, проверим сразу. Да, все, это машина. Так, Заур Демир, все верно. А там 4440. А, 4410. Давайте перепроверим. Может, он скинул, нет. Так, превышение веса. Это что у нас тут было? Вес автомобиля. ГУН 8326. ГУН 8326, БГ, все верно. Так, две коровы. Две коровы. Ну, мы пока ее выложим. Так, ты знаешь что? Выйди, ты мне не нравишься. Чтоб ты никуда не уехал. Так, опись груза у нас не соответствует. Опись груза нет. Так. Я просто помню, что там в курицах у нас был штраф. Да ладно. Прикиньте, мы нашли. А чем ее ёбнуть? Топором или ножом? Нет, этот. Так, новый топорик нужен. Или лом, блять, надо. А, все. Да, блять. А куда он? Прямо поехал налево, да? Ну залазь ты, ёб твою мать. А как мне вон ту контрабанду забрать с коровы? Я не могу. Не мог запрыгнуть там или что-то это взять и разрушить. И разрушить я не мог. Блять, он сюда поехал? Я что-то так свернул, так прям так уверенно и смело, блять. Да, точно, вот он. Говню, блять. Сейчас мы его догоним. Вот, сирену включили. Блять, узенькая дорога. Ой, блять. Сука.
Ебать ты. А как так, блядь? Блядь, ну ты меня прям разозлил, дядь, блядь. Вот нахуй. Да какой нахуй радио выключись, блядь. Сука, тебя зарубить надо, блядь. Так. За сиденьем там что-то говорили, блядь. Может быть. Так, нет. Опа, опа, опа. Так, и ой, и в этом колесе. Так, тут ничего. Сейчас еще раз проверю. За сиденьем. Ничего не... Так, на крыле тоже не видно. Опа, опа. Вот так вот, блядь. Ну, плюс-минус как-то так. А, вернитесь к работе, блядь. Тут еще и время у меня, оказывается, пошло. Так, нет, назад я что-то не туда поехал. Дядь, извини, это все рабочие моменты. А почему? А что, вот так мне надо было? Да, блядь. Да ладно. О, серьезно. Мы сейчас к мотелю Карат выйдем. А я почему думал, мы от него едем. Наверное, по той тонкой дорожке мы, наверное, так и вышли. Сюда, да, точно. А, ну тогда я знаю, как отсюда тогда доехать. Все четко, четко, четко. Так, просто держаться левее. От Карата все время левее. Так, нам корове. Там еще надо капусту. Так, да, ремонтируй. Так, ну и как нам забрать? Шолек. А он может прибраться, типа, убрать груз? Во, получилось. Вроде получилось, слушайте. Все водички тут себе открою. Так, красная машина. А, интересно. Хорошечно. Это у нас... это была, да, это была красная машина. Теперь нет бампера и опись груза. Ой, какая она классная тачка, дядь. Тачка у тебя огонь, блядь. Просто. И цвет просто заебательский. В парламенте я должен немедленно увидеть, чтобы она была... Ой, блядь, вот эти сопли мне нахуй не нужны. Давай, каждый делает свое дело. Так.
чуть время потратили, теперь значит будем догонять его. О, не соответ. Ай ты пиздобол, блядь, не жена, там, блядь, да сам, блядь, по поддельному паспорту пидор хочет проехать. Акаристан. Так. Так, срок действия нормально, 81 год сентябрь. Этот 81 год сентябрь нормально. У Акаристана разве такой красный паспорт? Что-то мне... блять, Акаристан. А, да, красный. Так, ладно, хорошо. Варила 4 на 4. Сейчас мы машину проверим еще. Варила 4 на 4. О, а это Нива, блядь, вообще оказывается, блядь. Тип машины, дядь. Ну ты пиздец. Тип автомобиля не соответствует. А, и вот еще вот так вот. Вес 2.30 у тебя должно быть. Давай, ты на еще вес превышаешь. Нет, вес не превышает. Блять, ну тачка заебательская, просто огонь. Так, есть там чемоданы, что-нибудь? Нет, нету, да? Нету, все хорошо. YXX45, 46, 57, FC. Да. Так, бампер есть, фары целые, колеса не спущены, зеркала есть. Эти не разбиты, колесо это, та-та-та-та-та-та-та. Вес запрещен. Ну, я не помню по поводу правила въезда, нарушил он или нет, с Акаристана, или откуда там проблемы были, война, я что-то уже не помню. И вообще действует та хуйня или нет. Обоснованный отказ. О, идеально. Вот так надо работать. Вот так. Так, шапка и лицо. Шапка, шапка и лицо есть. Елик. Фархат. А, тут Фархат. Ну, тут уже, короче. Салам алейкум. Там мы сразу закидаем. Так, это... Март. Январь, февраль, март, срок действия. Вот, с Альбарака там, кажется, должно быть не посещение, а политическое убежище. Ну, там должна была война закончиться, и нам что-то надо сообщить. Ну, я что-то не помню, честно говоря. Но оповещения никакого не было, по крайней мере. Это Нива должна быть. Ну, а, ну все, Нива, да, Ниву я знаю. Так, нормально. ЕОИ, да, или 1, 0866, 0866, РС. Номер нормально. Так, а, бампера у него нету, да? А там бампер, за бампер что-то речь шла. Так. Все целое, нету одного бампера. Так, бампера нет у нас. Выйдите, пожалуйста, из машины, нахуй. Ну, как бы пока не так, но мы сейчас посмотрим. Все, что перед вами извиниться, вон Максимов. Ах ты, пидрик, блядь. Так. Че, только одна, что ли? А, нет, вот. Че? А, показалось.
Да, блядь. Вот закроем этот ебучий капот. Блять, места нет, да? Стой, сука, здесь, блять. Не спиздил? Нет. Так, а я там... Точно, да, все хорошо. На крыльях просто бывает еще значки. Так, ладно. А, правила въезда я ему не буду отмечать. Вот, я не помню по поводу Альбарака и войны. Вот, мы просто его сейчас арестуем. Не знаю, посмотрим, нам поставится с Альбарака. Так, сколько вас тут? А, ты один, бля, сиди нахуй. Отойди. Так, ты тут метешь, ты тут смотри улики, бля, не вымети. Максимов, давай, бля, работай. Так, что-то не так. Под приборной панелью. Ладно. Хорошо. Будем знать. Так, это у нас был без бампера. У нас остался опись груза неверно. И 5 Нью-Йорк. Здравствуйте, дядя Очкарик. А где борода? Я тебя подрежу сейчас, блядь. Так, бороды нет, все уже, несоответствие. А, фото. Так, а что надо, блядь? Я что-то забыл. Юрий. Ну ты че? А, май 15-е. О, еще денечек прям, ты че? А, срок действия паспорта, не салам алейкум. Вот, это у нас кто? Акиростан. Так, ну, этот тоже все ок. А, Гроздук. Ну-ка, нам надо тачку еще глянуть. Гроздук. Да, Гроздук это. А... Что у нас Гроздук весит? 3830. Нормально. А... В этом... Укладывается, короче. Укладывается, точнее. Так. Так. Блядь, точно я там, блядь, все записал? Там они пиздежа мне не наложили никакого. Так, и что у нас получается? Унитаз 1. Есть. Моющее средство 4. Есть. Удобрение 5. Есть. Все четко. Все четко в этом плане. Так. Пары целые. Бампера сзади не должно быть. Колеса не спущены. Зеркало норм. Фары норм. Все норм. Так, дядь, все норм, типа. Но ты не проезжаешь. Ну а что ты думал, блин, ну реально, ну, не надо было бороду брить, значит, перед приездом. Ох, кто же... О, ты, а ты как так, блядь, дядь? Привет. А, сейчас, подожди. Типовой бланк. Я проверял же паспорт. Вот все же видели? Я проверял паспорт, блядь. Что с ним не так, сука?
Там же было отмечено, мы же увидели, что у него дата регистрации вот истекла. Я проверили паспорт и печать, все было ок. Ну ладно, блядь. Ну что-то какая-то дичь мне не нравится. Лысый очкарик, да, лысый очкарик, все ок. Пятнадцатое, все ок. Декабрь, так, нормально все. Лич. Да, это лич. Акиростан. Вот, проверяем еще раз. Патчпорт. Ок. Печать. Ок. Все, блядь. Так, мы еще это проверим. 6230, да, там было? Нормально. HRV 751. О, а где номер твой, блядь? HRV 571. Ой, 751. Сюда 8GY, да, все норм. Так, нету зеркала. Нет зеркала. Так, спущена шина. Разбит фонарь. А, я еще эти, блядь, я товар, блядь, не проверил. Ёбушки-воробушки, блядь. А, блядь, разгружай нахуй все. Позади, как бы я бы то отметил, блядь. Дебил, блядь. Возбухаешь что-то там еще. Так, тюк сена 11, есть. Химикаты 2, есть. Ящик с лекарствами 3, есть. Мешок цемента 5, есть. Газовая плита 1, есть. Максимов, загружай. Загружай. Так. У нас что получается-то? Ну, я вот не помню, если три повреждения есть, мы не пропускаем вроде бы. Ну, сейчас проверим. Я вот это уже прям не помню, не помню. Технический контроль. Что плохое техническое состояние автомобиля не является основанием для отказа во въезде. Так. А, теракты, вот. Граждан Киргизстана на национальности в возрасте до 30 лет. О, блядь. Да ладно. Нихуя себе. Правила въезда тогда. Да? Да ладно. Серьезно, я сейчас чуть на тебе такого. Ой-ой-ой, ну-ка. Барасто, цыпка. Да ладно, серьезно. Что-то хуево было. А, одно разбитое окно я не учел. Ну, это прям мелочь-мелочь, это не доглядел. Вот это самое главное, что прям как мы четко нашли, просто пиздец. Просто сам в конце, не знаю, что меня туда потянуло.
О, круть. А, подождите. Так. Топорик, если что, у нас есть. Вот эти вилы, я вообще нахуй не знаю, зачем они. Лопата, блядь. Нам, короче, ходовое, это, блядь, нож нужен. Нужен нож. Два ножа нам надо, блядь. Может, смотаемся до этого? По бырику. Пока сейчас никаких... Пока никаких движух нету. О! Ебать, я тебя забыл, блядь. Так, в тюрьму нахуй. Ой, блядь, сам себя закрыл. А шале, сиди там, блядь, хоть бы слово подал. Вот дурачок, блядь. Включить фары. Так, нам, если через карат нам ехать, инструменты у Влада. Ну да, нам после карата будет развилка налево-направо, нам надо будет налево. Все. Давайте вот так вот, чтобы... Ебать ты попал, блядь, чухан. При исполнении, блядь. Ну как так? 50 баков лишь. Ну ладно, но мы все равно экономим на доставке, на поставке у Влада. Так, вот отель, мотель Карат, и будет. И дорога будет раздвояться. Дорога должна раздвояться. Ну, потом включим, конечно. Так, вот это, наверное. Да. Да что такое, блядь? А, нас же еще, сука, обстрелять могут. Так, а нам куда? Нам прямо. Кстати, точно, нас еще обстрелять, блядь, могут. Я что-то забыл, блядь. Вот он, Владос. Здорово. Так, нам самый пиздатый нож нужен. Раз, два. Так, честно говоря, я за эти виллы вообще, блядь, не знаю, нахуй они нужны. А что, я продать не могу? Ну ладно, блядь. Так, а у нас на автомат нихуя нету. 40, да? А сколько, 10 можно купить? Я сейчас прям нормально, вот, да, 10. Вот этого прям нормально нам будет. Все. Затарились душевно. Там 400 вышло, и там по 100 это 200, да? 400 и 200, 600. Баков мы потратили. Ну, мы на нужное потратили. У нас чаще всего этот ножик ломается. И нет, мы топором пользуемся. Так, а мы ж правильно, да, через мост едем. Хуй себе побибикает, дебил, блядь. Так, 600 это у нас траты получились. Дневные 650, там 640. И расходы у Влада 600. И сейчас еще 50 баков ремонт будет, тоже 650. 1300 у нас вышло минусом эти сутки. Но
Теперь у нас долго трат таких не будет. Так, а я что-то даже на карту не смотрю, я уже прям все знаю, куда мне надо ехать. Ок. Так, дядь, чини. Так, вот. Все, да, да, Ахмадуро. Вот, и я... Да, да, все, все мы решили, все отлично, я сейчас только чуть-чуть скину. Что-то я хотел скинуть, а что я не помню. Вот это мне нахуй не надо, я понимаю. Надо было гранатку еще прикупить. Лопата на... Ну, блядь, ладно. Посмотрим, может быть, можно будет лопатой попиздить что-нибудь. Ладно, пойдете. Так, закрыли. Тут у вас сколько, блядь? Двое. Все, спать, отдыхать. Нормальный день был, без больших косяков. Плюс-минус все нормально. Вариш, мы мадре информации, это Аршина Опока. Утроби багришта, это Даниэзи. Так, давайте. Нам только что позвонил Влад, на него напали и ограбили. Он говорит, что вор уехал на север, поможете схватить? Проверьте карту и найдите автомобиль беглеца. Остановить беглеца любимыми средствами. Награда 1000 до. Сейчас мы на нашей буханочке, блядь. Так. Ага, поехали. Сразу сиренку. Любыми способами, короче, тара, если его трудно будет прижать, если трудно его будет прижать, тараним, чтобы он чуть-чуть слетел с дороги, выскакиваем и с автомата нахуй просто очередь делаем в него, и все, пока он не взорвется. А мне надо его уничтожить или задержать, ну, посмотрим, короче, я чуть не помню. Может, для таких спецопераций мне накопить денег и купить шестерку, она прям... О, блядь. Погнали. Нихуя препятствие, блядь. Ну, я ж вообще правильно еду, блядь. Да. Ой, блядь, надо на прямой такое смотреть. Да, мы уже, в принципе, плюс-минус почти приехали. Вот где-то плюс-минус вот эти поворотики сейчас направо и все. А, задержать беглеца надо, все. Убивать его нельзя. А то у нас все, у нас инстинкт Рэмбо включился, мать его. Буханка и шестерка. Вот это погоня, я понимаю. Блять, как, ну, нет, я понимаю, как можно плюс-минус ограбить военный магазин, тогда там, оружейный, точнее. Ну, чтобы Влад, блин, при таком арсенале, ну, это прям оплошал. Забьют до смерти стоять. Барасто, ошибка. Какая ошибка?
Так, косарь. А у нас типа контрабанды, тут ничего нету, ну, мало ли. Так, все, едем домой, да? Так, да, блядь. А мы сейчас куда? Да, в принципе, до упора и налево можно ехать. До Т-образного перекрестка и налево. Лишь бы вот этих бандюков сейчас не было. Надеюсь, не будет. Ну что-то какое-то вот Т-образное налево. Вроде бы оно, но сейчас мы, блядь, напрямую выйдем. Да, по прям. Это ж вот так, да. Всё, и. Хорош. Ну. Можно было, конечно, подстреливаться, вылезти, но что-то мне лень. Но у них можно эти боеприпасы, короче, отстегнуть нормально. Ну и такая засада, она благо была на перекрестке слева, то есть не по пути следования, а уже за поворотом налево. Вот, так что поэтому меня сильно оно не коснулось. Блядь, ну заглуши ты эту хуйню. Где она, блядь? Дядь, чини. Адамана. Так. В тюрьму. А у нас что, рабочий день все или... Я что-то не помню, спал я, не спал. Ладно. Ну, вроде спать ходил. Карикатка. Подъем, товарищ. Да, замечательный день, да. Кстати, по поводу замечательного дня. Так, все хорошо у нас, запись идет. А, стоп, что-то пришло. Вы поступили неправильно, отказав мне вчера во въезде в страну. Моя жена попала в больницу в тяжелом состоянии. И рядом с ней не было никого, кто бы мог ее поддержать. Я вам этого не прощу. Можете прощаться с работой. В полицию у меня есть друзья в высших кругах. И что они мне скажут, что ты тип такой вот по инструкции следовал, по инструкции отработал, и мы тебя за это уволим. Ну, серьезно. Нужны отношения какие-то человеческие. Идите там, не знаю, какие-нибудь специализированные дома. Так, нормально. Элис Волков. Ок. 5C4R, 5C4R, QC5P, Акиростан. Моложе 30 лет. Правильно или нет? Акиростан в возрасте до 30. А, нет. Что это я, блядь? А, до 30. Тут 21 ему, да? Правильно же? Да, 21. Правила въезда. А, Загар 53. Что-то... Ой. Загар 53. А. Так это вообще не то. Я что-то помню, что Загар 53 это... Не это маленькая. Тип автомобиля. Сейчас мы взвесим тебя еще. Так, ну там 990 было, да. LYG
LYG7122DS, все верно. А там что у нас было? А, 5Y Нью-Йорк, все, я понял. А, что у нас еще? А, паспорт, давай проверим, акеростановский твой. Акеростан. Паспорт. Несоответствие. Вот запоминаем, несоответствие. Тип бланка, несоответствие, блядь. Паспорт. Соответствие. Так. Вот, типовой бланк. Вот, все отметилось, несоответствие. Хорошо. Проверяем эти. А, и вроде у тебя туда, в багажник еще, да. Так, мыло 2 есть, удобрение 1 есть, багаж 2 есть. С этим все мы разобрались. А что там второе было? Опись груза и все. А. Подождите, блядь. Так, нету зеркала. Вот я что пропустил-то, блядь. Нет зеркала. А, двух нет зеркала. Разбитое окно. Так. И одна фара. Одна же, да? Да. Вот теперь мы можем с вами попрощаться. Ну, не знаю. А, два окна разбитых. Два. Блядь. Это, да, мой косяк. Сука. Неужели вот, блядь. Опись груза не соответствует. Срок действия типа не соответствует. Я все проверял. Ну, разбитые окна, ладно. Там было два внутри и один снаружи на крыше. Все, блядь. Срок действия по... Ну, нет, ну, я могу предположить, что где-то я там что-то не досмотрел, вот, как бы хуй с ним, ладно, будем стараться. Ой, 1660. А, ракес у тебя есть, то так не видно. 1660, нормально, Рамиль. А, разрешение на въезд. Соответствует. До 82 года соответствует. Дата рождения вообще похую. Так. Тут у нас королевство РК. Вот так вот. Соответствие. Ну и этот соответствует. Так, Азам 72, вот Азам тоже соответствует, насколько я помню. Азам 72, да. Да? Да. А, вес тоже соответствует, вот это имя соответствует. GRM27, 75N5 Нью-Йорк, 5 Нью-Йорк. Я думал вначале, а это... Ага... Морду кирпичом, ребят, делаем. Сейчас мы осмотр сделаем. Фары, колеса, зеркала. Все вообще идеально у вас. Так, дядь, меня напрягает чуть-чуть, что вы за рулем сидите. Пожалуйста, выйдите с машины. Это просто обычная проверка. И дверь нахуй за собой. Так. Тыц. Так, и разгружаем сразу это мы. Так, хлопья к завтраку 2, верно. Тюксена 3, верно. Опачки.
Так, тут спиртика нету. Вот. А, вилы нужны. А у меня вилы. А я вилы выложил. Блять, вот впервые, блять, когда они понадобились, их нету, сука. Ну ладно. Вот так вот, блядь. Закрыть дверь, чтобы никто ничего не спиздил. Максимов, следи за ним. Так, а что у нас там? Это вилла. Так, хорошо. Блять, убери виллу, так, сука, страшно. Так, тут вроде ничего нету. Проверяем сдалека. Так, бампер. На бампере тоже ничего нету у нас. Колеса нет, крылья нет. Эти колеса нет. Этот бампер не... А, опа, бампер. Колесо нет, крыло нет. Это колесо тоже нет. Так, в тачке. Сиденье все в порядке. Под приборной панелью тоже вроде все в порядке. Ну, вроде ок. Так, ну, а у меня на 8, да, человек тюрьма? Скоро надо будет уже тачку вызывать. Так, пока здесь все скидываем. Так, Максимов, давай, прибирайся здесь. Да-да. Опять что-то не так, блядь. Под приборной панелью двигать. Я ж двиг... Блять, ну ок. Под приборной панелью я ж залез, посмотрел. Двигатели мы нормально просмотрели с вами. Ну потолок, ладно, потолок это, да. Потолок косяк мой. Дайте Варису командиру. Ебать ты красивый. Сергей Мадеджков. Так, Сергей Мадеджков. Сергей Мадеджков. А это кто там еще? Три машины, да, у нас? Тогда ладно. Сергей Мадеджков. Сергей Мадеджков. Сергей Мадечков, все верно. B5QX, 5QX, 2Y, F4, все верно. 81 год, все верно, нормально, июль месяц. Май 11, срок действия просрочен. Срок действия. А это влияет, что это типовой бланк, типа... Не, это срок действия, это срок действия, это не типовой бланк. Как бы, блядь, нет. Ладно. Градзук. Ебать. Ну ты серьезно, дядь. Тип автомобиля нет. Потом что, Акиростан, да, у нас? Акиростан. Патчпорт. И вот это все соответствует. Так. А что у нас вес? Я забыл. 1470. Хватает. QAD. QAD 9410 LB. Тоже норм. Так.
сапота Амана. Или ее лично с собой. Столько, сколько надо, это займет времени, блядь. Не минуты больше. Багаж 7. Ага. Тоже, возможно, контрабандист, потому что с бумагами проблема. Блять, надо быстрее. Так. Опись груза неверно. Выкладываем. Так, пошел нахуй с машины. Так, это все. Так, без суеты, Тёмыч. Опачки. Так, подголовники смотрю. Потолок смотрю. Под прибор... А как, блядь, понять под приборной панелью? Так, тут не, блядь, надо время у нас. Тикает, сиденья нет. Опа. Съебался. Думать еще с, блять. Нескрепным ломом, блять. Так, ну тут я не вижу. Приборной панели. Так, у нас 2 минуты осталось. Эти. Так. Тебя в тюрьму. Так, Максимов, убирай всю эту шляпу, и мне надо на звонок ответить. А давай, да? Давай, 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 давай. О, идеальный, да? Идеальный? Ух, перчик. Ребятки, по-любому лайк с этого, однозначно. Это нифига себе, наконец-таки мы красиво сделали. Так, звонок, отвечаем. Товарищ, пришло время, когда мы можем нанести последний удар по кровавому кулаку. Наши агенты сообщают о тайной встрече лидеров повстанцев в гостинице под пьяным медведем. Младший сержант Димов и его отряд должны уже быть на месте. Вы должны устранить Гарина, весь народ на вас надеется, типа, да? Ок, погнали. Ну, я не понимаю, честно, на самом деле, почему мне дают задание, чтобы я кого-то убил. Я, блядь, на посту, у меня просто, ну, таможня, блядь, по большому счету. Куда вообще нахуй ехать? По большому счету, у меня таможня, типа, что вам надо от меня, блядь? Я вон, сижу у себя на посту. Проверяю машинки, ловлю контрабандистов. Вот, если они у меня сбегают, с территории досмотра, если они сбегают, да, там я окей, там, в погоню, перехват, захват, оп. Но вот эти политические, вот эти шлюши игры, они мне-то зачем? Я там должен куда-то ехать, кого-то убивать, там что-то. У меня что, ебать, ФСБ, ФБР, блядь, там, не знаю. Агентство Лунный Свет, блядь, с крепким орешком, блядь, или что?
Ну, такой сериал, в смысле, был, это отсылочка на сериал с Брюсом Уиллисом. Тот, кто знает, тот знает, но вряд ли кто из вас, наверное, знает. Так, трудовой лагерь, он внизу справа, значит, мы почти уже доехали. Сейчас мы проверим даже. Да, почти доехали. Красная буханка поехала, нифига себе. Прикольная тачка. Проберитесь в здание. Давай припаркуемся вот так вот чуть-чуть. Там как в Кире, блядь. Блять, кто-то там справа, блять, жестко месит. Хорош, я увидел. Это. Бочку или там канистра стояла. Рымба. Дамря, спали от свечнику. Мне мадре вело. Да, то мне это, кстати. Ай, блядь. Просто патронов нихуя нету. О, это хорошо. Блять, будем брать все, а что делать? Хорошо. Так, все тут. Все трупы поисчезали. Ух ты, блядь. Нихуя. Прикольный замес, слушайте, ребята, замес прям вообще душевненький.
Так, давайте. Ой, хорошо. Так. О, блядь, меня вырубили, да? Сука. Я знал, что они пришлют именно тебя. Ты думал, что сможешь остановить нашу революцию? А остановка нашей революции? Завтра в 12 дня Игорь Акаров войдет в историю. Ведь с ним и вся эта преступная система. А где мои напарнички, блядь? Я это не понял. Жаль, что ты его уже не увидишь. Но ты сделал свой выбор. Пошел нахуй. Че, все, конец игры, что ли? А. Ой, красавчик. Нам повезло, нифига себе. Победа партии. После смерти Михаила Гарина королевский кулак распадается, и все, кто связан с организацией, выслеживаются и заключают трудовые лагеря. Игорь Акаров осуществляет свой план по освобождению рабочего класса за границей. 16 июня 81 года Великая освободительная армия переходит границы и объявляет войну капиталистам на юге. Борис Абиранков после многих дней пыток признается, что деятельность банды руководил кровавый кулак. В конечном итоге умирает в помещении для допросов в отделе полиции Карикатки. Григорий Белов. Информация, которую он собирает, оказывается решающей. В процессе против лидеров повстанцев, не имея возможности продолжать службу, он досрочно уходит в отставку. Похоронен с почестями на кладбище в Сатикане 5 июня 1989 года. Петр Кавка. После завершения возвращения в столицу помогает в рейдах на логово кровавого кулака, за что награждается крестом заслуг. Через много лет его повышают до должности министра. Тимур Карченко. Приговорен к 40 годам каторжных работ в каменоломнях. Во время восстания в лагере в 86 году получает ранение и едва выживает. В итоге бежит из страны и живет в укрытии в одиночестве. Никогда не смирился с поражением революции. Гаврилов. Последние дни он проводит в тюрьме, до конца надеясь, что его освободят повстанцы. Расстрелян 5 июня 1982 года. Все, мы прошли игру. Но эту игру можно пройти и еще раз, в принципе, вот, но уже помогая кровавому кулаку, то есть тут я выбрал направление соответствовать режиму, правительству, то есть играть честно, не брать взятки, чтобы там никого не предавать, никого не подставлять, чисто честный мент, короче, чисто честный мент. Вот мы сыграли именно за честного мента, за порядочного. Коих таких мало, вы уж не обессудьте. Не все такие, конечно, но таких мало. Вот. Есть смысл еще поиграть, но я думаю, наверное, уже вам будет не особо интересно. Вот. Пройти еще раз, но помогать, стать... Я так понимаю, можно стать каким-то... в группе вступить в это общество кровавый кулак, помогать им там, повстанцам. Вот. Я думаю, еще сыграю, но мне кажется, одно и то же перепроходить вам будет неинтересно смотреть. Но если вам будет интересно поиграть в двойного агента, чтобы я поиграл, двойного агента, вот, и уже не был таким честным ментом, там раз через раз взяточку брал, вот, и помогал там кровавому кулаку свергнуть режим, вот, то вы пишите, конечно, и я, возможно, еще раз перепройду, но уже в другом русле.
Вот, всем огромное спасибо, офигенская игра. Я не помню парня, который мне в комментариях посоветовал эту игру. Имя забыл, честно, вот. Но тебе, чувак, который ты вот мне посоветовал эту игру, чувак, тебе огромное спасибо. Я испытал невероятную гамму эмоций. Эта игрушка просто пушка. Вот, тебе просто огромное-огромное спасибо. Так что вы, ребята, тоже остальные можете писать, какие игры поиграть, какие пройти. Вот, если они зайдут, они будут обязательно записаны. Некоторые даже будут на стримах проходить. Вот, так что не стесняйтесь, пишите. С вас лайк, игра офигенная. С вами был Black Rabbit. Всем пока-пока.